Доброе утро! Как проходит ваше пробуждение? Если что-то не так с новогодним настроем, мы поможем, потому что в нашем эфире продолжается музыкальное настроение, музыкальные включения, музыкальные встречи. Сегодня у нас в гостях известные пермские, и, в общем-то, не только уже пермские, уже далеко известные музыканты. И я с удовольствием представляю в нашей студии Александра Николенко. Александр играет на саксофоне. Александр, доброе утро. Доброе утро. Я просто признаюсь большой любви вашему инструменту, потому что это действительно невероятное звучание. Надеюсь, что наши зрители сейчас его оценят. А вы за что любите саксофон? Ведь вы изначально учились на аккордеоне играть. Да, заканчивал я народное отделение. Ну, потом просто как вторая музыкальная школа у меня был духовой оркестр, где я играл на кларнете. Ну, а потом постепенно перешел на саксофон. Так почему? В какой-то мере это брак по расчету, потому что саксофон достаточно востребованный инструмент, ну и красивый. А оказался по любви, да? А со временем пришла такая любовь горячая, что теперь уже не расстаюсь с ним. Прекрасно. Скажите, Александр, год 2016, чем вам запомнится? Много чего хорошего было. Ну, непростой год, конечно, был, но... Были творческие свершения, новый опыт работы с группой, свои какие-то находки, новые открытия, новые знакомства. Вот, поездка в Крым была, первый раз я съездил туда. Ну, остались приятные впечатления и надежды на Новый год. Прекрасно. Давайте тогда обратимся к надеждам. Что загадали под елочкой найти? Ну, нет, не все тайны не открывайте, но вот самые, такое, самые главные надежды, связанные с 2017-м, ваши каковы? Ну, наверное, надежды на перемены в личной жизни, ну, точнее, новые шаги. Я так думаю, сейчас наши телезрительницы, ага, скажут так, на заметочку, взяли молодые девушки. Так. Что еще? Потому что встречать буду сам Новый год с любимыми и близкими. Вот. Ну и, конечно, новые какие-то горизонты творческие, потому что у любого творческого человека голова от идеи всегда разрывается, не хватает времени только это все реализовывать, времени, возможностей. Ну, выбираешь что-то более перспективное и действуешь. Ну что ж, давайте действовать сейчас в нашей студии. Хорошо. Я прошу вас сыграть что-нибудь, что нас вдохновит, что ли, да, на новогодние праздники. Хорошо, я сыграю новогоднюю композицию. Thank you.
Ну вот, спасибо вам большое, Александр. В самом деле захотелось сразу же уже окунуться в эту новогоднюю атмосферу и волшебства, и чудес, и исполнения желаний. Вот этого вам и пожелаю. Хорошо? Спасибо. Пусть Новый год будет по-настоящему счастливым и вдохновляющим для вас. С наступающим, спасибо. И вас тоже, с Новым годом. Вам, уважаемые, напоминаю, что сегодня в гостях у нас Александр Николенко, саксофонист и действительно обаятельный наш утренний гость, который подарил вам это чудесное новогоднее настроение.